4 ноября, в День народного единства, в Краснодаре был торжественно открыт мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история». Здесь посетители получают возможность не просто узнать о том или ином событии, факте или выдающейся личности в истории России, но и благодаря наглядности погрузиться в эпоху. Уже в первой неделе его работы для школьников Славянского района управлением образования были организованы экскурсии в этот удивительный музей. Ребята из 16-й школы поделились с нами своими впечатлениями от увиденного. Необычная обстановка. Как будто попал, ну, например, военные действия. Мне понравилась сама идея этого музея. Здесь не просто обычные экспонаты, а точно хорошая идея, где можно взаимодействовать с историей. Сходили в музей, как будто погрузились в машину времени. Так учащиеся 11 класса 16 школы отзываются об уникальном для страны проекте – мультимедийном музее «Россия. Моя история». Парк расположен в Краснодаре, в районе выставочного комплекса «Экспоград-Юг». Он представляет собой павильон площадью 7,5 тысяч квадратных метров, разделенный на 42 зала, в которых представлены материалы периода со времен Древней Руси и до новейшей истории. Музей оснащен по последнему слову техники – от сенсорных экранов и мощных проекторов до трехмерных моделей. Экскурсии проводят около 30 молодых специалистов, владеющих иностранными языками, а также языком жестов. Маргарита Миненкова планирует сдавать в этом году ЕГЭ по истории. По ее мнению, проект получился очень интересным и поможет многим ребятам влюбиться в предмет. Я считаю, что этот музей поможет как новичку втянуться в материал истории, потому что там есть абсолютно все периоды. Помимо важных подробностей, есть также интересные факты. Но и этот музей будет интересен тем, кто издает историю и увлекается ее изучением. Например, этот музей был интересен мне, потому что я очень люблю историю, и я узнала для себя много нового, помимо того, что знала уже. Я смогла систематизировать все свои знания, смогла окунуться в атмосферу и понять все периоды нашей отечественной истории. Парк может посетить любой желающий. Экскурсии доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и инвалиды по слуху. Но главными посетителями станут школьники и студенты. Наиболее продуктивными считаются походы в интерактивный музей для учеников 5-6 классов. Именно в это время в школе начинается активное изучение истории России. История в нашей школе уделяется огромное значение, и мы даже проанализировав, видим, насколько много детей любят этот предмет, насколько много детей выбирают этот предмет при сдаче дополнительных экзаменов. Конечно же, нашим детям эта информация очень понравилась, она пригодится им в будущем при сдаче экзамена. И такие поездки должны быть, они имеют огромное воспитательное значение для детей. Планируется, что со временем парк будет развиваться и наполняться новой информацией. Мария Климова, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».